Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение номер 4 по цифре 3 на странице 61 учебника математики для первого класса автора Дорофеева. В одном мешке было 6 килограммов картофеля, а в другом на 2 килограмма меньше. Сколько килограммов картофеля было в двух мешках? Мы не можем сразу ответить на вопрос этой задачи, сколько килограммов картофеля было в двух мешках, потому что мы не знаем, сколько килограммов картофеля было во втором мешке. Но можем это узнать. О нем сказано, что в нем на 2 килограмма меньше. Чтобы узнать, сколько это, нужно из 6 вычесть 2. Получится 4. 4 килограмма картофеля во втором мешке. В первом мешке 6 килограммов, во втором мешке 4 килограмма. Теперь мы можем узнать, сколько килограммов картофеля в двух мешках. Для этого мы к 6 прибавим 4. Получится 10. 10 килограммов картофеля было в двух мешках. Записываем ответ. Две точки. 10 килограммов картофеля было в двух мешках. Точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.